Потом появляется человек у тебя дома, ты начинаешь изменять своим привычкам с какой-то женщиной. Стоишь у зеркала и такой: а мы сейчас футбол обычно смотрели. А теперь шуруй гулять. Ты же обожаешь ходить теперь. Это... Я так вам скажу, я на свидания часто хожу, и одну вещь заметил за девчонками. Бывает, что-то интересное расскажешь, и девушка как-то залипает, на тебя пристально смотрит, не шевелится. И я понял, что вы думаете в этот момент. Вы сидите и такие: ну это я выдерну, это выщипаю, это выдавлю. Пиздец, сколько черных точек у него. Видели, вот, когда идет красотка и рядом с каким-то уродом волосатым, прыщавым? Я понял, в чем прикол. Это не парень, это попыт.